Глава Нью-Йоркского Бруклина Антонио Рейнесо подписал декларацию по случаю Дня Победы Азербайджана. На мероприятии, организованном в здании Боро Бруклин и посвященном 8 ноября Дню Победы Азербайджана, сначала прозвучали государственные гимны обеих стран, затем минутой молчания почтили память шахидов, героически павших за родину. Антонио Рейнесо поздравил азербайджанцев с Днем Победы и подчеркнул, что проживающие в Нью-Йорке азербайджанцы играют активную роль в социально-экономической и культурной жизни города. Затем глава Бруклина подписал декларацию по случаю Дня Победы Азербайджана и вручил ее главе Американо-Азербайджанской ассоциации женщин и руководителю Нью-Йоркского культурного центра, по инициативе которых и состоялось данное мероприятие. Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев в своем выступлении отметил, что доблестная азербайджанская армия под руководством главнокомандующего вооруженными силами президента Ильхама Алиева всего за 44 дня продемонстрировала всему миру свою силу, решимость и боевой дух. По словам Яшара Алиева, восстановив государственные границы, азербайджанский народ добился величайшей победы как в военной, так и дипломатической сферах за последнее столетие. Посол также рассказал о возрождении Карабаха, работе, проделываемой в области восстановления и реконструкции в Шуше и на других освобожденных от оккупации территориях.